Всем привет, друзья! Продолжаем прохождение первой Half-Life, и остановились мы на главе 11 под названием «Сомнительная этика». Погнали проходить. Так, у нас пистолет, взрывчатка и револьвер есть. О, мудаки! Ой, бля. Такс. Блядство. Это что такое? Опа. Нормально. И мне что, надо будет его сейчас убивать? Я не хочу. Подох. Свинина. Так, пиздюки в клетке. Зачем мне их выпускать, да? Пусть там сидят. Там наверху не очень хорошо. Господи. Надо найти кого-нибудь, у кого есть доступ к сканеру и кто поможет нам открыть входную дверь. Уверен, что в некоторых лабораториях еще прячутся ученые. Может быть, найдем их, и они помогут нам выйти наружу. Да, ну пойдем. Да, пожалуй, ты прав. Пошли за мной. Ты у меня в роли пистолета побудешь. Блять. Ему пизда, наверное. Сучара! Сука! Ну давай. Возможно, у нас будет больше.
больше шансов, если мы объединим наши усилия. Да. Увидимся. Черт, давай свалим отсюда. Подожди, а винтовку-то я взял? Ты свинья. Тихо-тихо, не стреляй. Так, а тут что нужно нам? Так, а он, походу, обмяк там, да? Ты идешь, друг? Ты где вообще? Если будем держаться вместе, у нас будет шанс пожить подольше. Пошли. Поживем подольше. Я и так все здесь уже сделал. Так, взрывчатка. Да, пожил подольше, дружище. Блин, они очень сильные, эти оперативники. Твою мать! Так. Yeah.
вроде все. Так, там какой-то новый уровень. А здесь что? Нормально. Что их дохера тут? Так, что-то я сделал. Что-то я сделал. Что это? Оружие? Положи на место, это ведь опытный образец. Что это? Оружие? Положи на место, это ведь опытный образец. Чего мы им не пользуемся? Эта штуковина непредсказуема. Нельзя, чтобы она перезарядилась. Что это значит? Какая-то странная херня. Ну, допустим. Что происходит? Интересная шляпа. Дохлые, ребят. Все? Все активировал. А, здесь все нажато. Так, что-то должно произойти, значит. Пойдем посмотрим. А, мы тут были. Так, ну давай еще разочек кружок навернем. Ладно. Так, это где Чупакабра была? Хм.
ты же, блядь, напугала. Так, что-то, значит, мы не сделали. А, здесь мы были. А куда идти-то? Лейзер. Аукс-лейзер. Примари. Может быть, здесь что-то нажать? Опа. Ничего, да? А что это такое? Она больше, да, становится? Может, надо эту пушку выложить сюда? Или, может быть... А. Вот так попробуем. Игра не схлопнется. Есть контакт. Твою мать. В аптечку положили. Опа. Слава богу, ученый. Выведи нас скорее отсюда, пока не обнаружили, где мы находимся. А как? У нас у всех есть доступ, поэтому мы можем выбраться из лаборатории. Ты должен сначала отключить элемент. А, окей. Давай. Выводи. Так, сейчас. Так, выводить, наверное, туда лучше. Сюда же? А, точно, я помню куда. Вот. Нет, стоп. Пошли. Там есть, правда, короче путь, но...
сюда вот. Хорошо, я выпущу тебя. Снаружи хуже, чем в аду. Там все находится под контролем военных. Тебе придется биться за каждый шаг. Не думаю, что тебе удастся пройти и пары шагов, но даже если ты выживешь и чудом проберешься на другую сторону базы, тебя все равно убьют около укрытия ученых. Я и сам бы пошел туда, но я не камикадзе. Хорошо, спасибо за предупреждение. Сухо. 5% энергии 45%. Так, друзья, на этом у нас 11 глава окончена. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свое мнение в комментарии. Всем пока! We'll be right back.